Правильная стрижка способна сделать женщину немного моложе, чем есть на самом деле. Стилисты рекомендуют обратить внимание на некоторые приемы, которые зрительно вас омолодят. Градуированное каре. Многослойные прядки, обрамляющие лицо, способны хорошо скрыть морщинки и возрастные недостатки. Образ становится игривым и непринужденным, что визуально прячет возраст. Челка лесенкой. Филировка челки способна творить чудеса. Челка делает акцент на глаза, скрывает морщины на лбу. Неровные края челки помогут сгладить недостатки лица и сделать его моложе. Каскадные стрижки. Прядки разного уровня скрывают недостатки на лице и придают объем. Волосы становятся более послушными, выглядят естественно и ухоженно. Мягкие волны. Волнистые волосы всегда молодят, смягчают контуры лица. Этот прием работает как на коротких волосах, так и на длинных. Объем на макушке. Пышный высокий затылок зрительно вытянет лицо и скроет обвисшие щеки, отеки, возрастные изменения контуров лица. Объем и воздушность. Объем и ступенчатая структура стрижки сделает незаметными многие недостатки. Эти прически выглядят дорого и элегантно. Задорные перышки. Такой прием отвлекает внимание от морщинок и отеков, делает лицо более подтянутым и свежим. Омолаживающий эффект усилит милирование прядок натуральными оттенками. Пикси. В этой стрижке прядки могут быть разной длины и обрамлять лицо. Небрежная укладка с начесом спрячет морщинки. С возрастом короткие стрижки более предпочтительны, так как волосы теряют блеск и эластичность, им сложно придать аккуратную форму.